У Муроме состоялось официальное открытие автозаправочной станции «Санпетрол». Это первая АЗС компании в Муроме и 12-й во Владимирской области. Подробности в сюжете. Без лишней помпезности, красных ленточек и шумихи празднично одетая автозаправочная станция начала обслуживать водителей транспортных средств в рабочем порядке. При открытии нового объекта «Санпетрол» самой главной задачей является обеспечение высоких стандартов качества. Для многих клиентов этот бренд АЗС еще неизвестен. Ну, первый раз на такой заправке заправляюсь. Сейчас проверим. Мопед не предаст, сразу покажет качество бензина. Если хороший, поедем дальше. В Москве, значит, прорекламируем вашу заправку. Компания «Санпетрол» работает на Владимирском рынке нефтепродуктов уже 25 лет. Сейчас это крупнейшая региональная сеть АЗС и оптовый оператор. Компания по праву заслужила репутацию надежного поставщика. Топливо мы закупаем на бирже. И это позволяет нам поддерживать хорошее качество и предоставлять оптимальные цены для своих покупателей. Нашими поставщиками являются такие нефтяные компании, как «Лукойл», «Роснефть», «Газпромнефть». Отличное качество, честная забота о клиентах. В компании налажена строгая система контроля, начиная с входного контроля качества, заканчивая мониторингом работы АЗС. Каждая партия топлива в нашей компании проходит проверку на всех участках, начиная от получения вагонами, которые приходят на наши железнодорожные пути. Идет отбор проб с каждого вагона от поставщика и дальше на складе и вплоть до поступления на АЗС. Мы хорошо относимся к проверкам, осуществляем в Владимирской области, потому что это позволяет создать здоровую конкуренцию. Нам не стыдно за свое топливо, мы не боимся проверок. Все документы со стороны пожарной безопасности и до качества топлива имеются на АЗС в полном порядке. Ароматный горячий зерновой кофе, свежая выпечка, прохладительные напитки. Автозаправочная станция – это удачное место, где можно с комфортом отдохнуть в дальней дороге, встретить интересных собеседников и поднять себе настроение. Свой мотоблок я заправляю здесь, на этой заправке. Заправка мне нравится. Ну и девчонки хорошие. В честь открытия АЗС все клиенты смогут бесплатно получить клубную карту «Санпетрол», которая гарантирует скидки на все виды топлива и спецпредложения. Так, до 31 мая на самый популярный вид топлива АИ-92 предоставляется скидка 2 рубля с литра. Елена Петрова, Александр Барсуков. Новости Муром.